уважаемые слушатели. Основной состав. Люди и события Литературного музея. Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Дмитрий Бак. Очередной выпуск нашей программы «Основной состав. Будни и праздники Государственного литературного музея, крупнейшего литературного музея России». В этой программе мы ведем беседы о жизни нашего музея, о русской литературе с теми людьми, которые сейчас работают в стенах Государственного литературного музея. Иногда совсем недолго, иногда очень долго. Сегодня у нас в гостях наш замечательный коллега Елена Дмитриевна Михайлова. Добрый день, Елена Дмитриевна. Добрый день, Дмитрий Петрович. Вот в вашем случае любое слово, сказанное в беседе, имеет двойной, а может быть тройной вес, потому что мало кто обладает таким запасом впечатлений, таким запасом памяти о событиях, которые отделены от нас уже довольно значительным промежутком времени, потому что совсем недавно исполнилось, подумать только, 60 лет. 60 лет с того момента, с того дня, когда Елена Дмитриевна пришла, когда вы пришли в стены Государственного литературного музея. И с тех пор менялись должности, но место работы оставалось все то же. Так довольно редко бывает. И давайте, может быть, вспомним сейчас, как все это было, как вы пришли сюда, что вас на это толкнуло, как это было связано с вашей биографией, с вашей семьей, с вашим прошлым, кто тогда работал в Литмузее, нам это бесконечно интересно. Ну, с моим прошлым просто была связана литература, потому что я кончила филфак, русское отделение, занималась в семинарии у Гудзе, в семинарии по Толстому. И в какой-то степени, наверное, в большой степени это была дань семье, потому что мои дедушка с бабушкой были руководителями, издателями издательства «Посредник», и Толстой в семье просто существовал не только как великий писатель, но еще как живой человек, вот существующий каждодневно почти. А я, в общем, детские годы, хотя жила с родителями отдельно, но отроческие годы все жила в большой бабушкиной семье Горбуновых-Посадовых. Это был толчок. И Гудзе, кстати, знала с 12 лет. Поэтому вот я про это не знал. Николай Калиникович Гудзе – это тоже легендарное совершенно имя. Он был очень дружен не только с бабушкой, еще с моей теткой. И почему-то особенно близок стал к семье, когда вот тетка умерла, старшая сестра мама. Николай Калиникович приходил к нам много раз как-то поддержать Елену Евгеньевну, бабушку. И у тетки осталась маленькая девочка – год с небольшим. И я видела Николая Калиниковича, наверное, такого не видел никто из моих коллег и моих студенческих друзей, у которого на руках сидела эта девочка, гладила его лицо, а он умилительно говорил, какой изумительный ребенок у него собой. Хотя ребенок был на самом деле довольно больной и не очень хороший, ласковый, но не такой уж изумительный. И вот такого вот расцветшего какого-то внутреннего Николая Калиниковича я не видала. А потом он был для меня уже мэтром. Как и для меня, в те годы, когда учился, я его уже не было вот на свете. У меня была тенденция, стремление вообще к современной литературе, к 20 веку, к Маяковскому в годы еще школьные, я очень уже увлекалась. Но в музей я пришла, пожалуй, почти случайно. Никогда не думала, что это будет в музее. Потому что так случилось в моей семье. Мама попала в катастрофу. Я долгие месяцы была с ней в Склифосовского. И потом должна была сама искать себе работу. Работу филологу найти во второй половине 50-х годов было очень сложно. Ну и сейчас, наверное, не так просто. И сейчас не просто. А тогда тоже было безумно сложно. Факультет ненужных вещей, как сказал Домбровский. Я искала, я как-то нужно же работать. Я подрабатывала там какими-то письмами, ответами детям, которые посылали свое творчество в журнал «Пионер» или «Мурзилка» или что-то в этом роде.
И потом вдруг в один прекрасный день мне предложили на выбор сразу два пути. Один путь, ну, для начала корректором, а как бы в будущем редактором в академический журнал, такой чисто научный, и второй путь — государственный литературный музей. 56-й год. Это 1956 год. Да, апрель 56-го года. Я пришла в литературный музей, совершенно не представляя себе, что это такое. Но судьба сложилась так, что оказалось, что мы друг другу очень причастны. По характеру, по возможностям самого большого разнообразия работы. Потому что я прошла здесь школу и экспозиционную, и лекторскую, и экскурсионную, и бесконечное общение с людьми, и много работы с детьми разного возраста. И у меня действительно очень счастливо сложилась музейная судьба. Я 18 лет работала в экспозиционном отделе. Мои темы были это поэзия 20 века, рубежа веков. Это был Маяковский в первую очередь, Цветаева, Тихонов, Сельвинский, ну и так далее, и так далее. Второе как бы направление вот моей именно такой музейной темы экспозиционной — это была Великая Отечественная война. И так случилось, что как раз на время моей юности мы сделали первую совершенно по-новому сделанную экспозицию, это был 67-й год, которая действительно фундаментально меняла многие методические подходы к созданию экспозиции. Ну, к этому времени, так сказать, ушли бесконечные цитаты политических деятелей, бесконечные какие-то объяснительные аннотации, никому не нужные. Больше был обращен взгляд на писательский текст и вообще стремление как можно меньше давать текстов внутри, а если давать их, то внутри книги, рукописи и так далее. То есть там был целый момент в этой экспозиции 67-го года, которая была посвящена 20 веку русской литературы. Эта экспозиция явилась, в общем, фундаментом для многих-многих музеев России. Вот об этом тоже расскажите, да. Потому что при вашем непосредственном участии Государственный литературный музей создал или как бы положил основу создания очень многих литературных музеев в разных регионах. Ну, это действительно так случилось, потому что, как ни странно, особенно в конце 70-х, начале 80-х годов музеи росли как грибы. Появлялись региональные музеи, появлялись новые персональные музеи, мемориальные музеи. И поскольку литературный музей был главным как бы методическим центром... И остается, естественно. Вот. То к нам очень много обращались. Ведь первую вообще как бы свою экспозицию литературный музей задолго до моего появления и практически... через 2 года после моего рождения, создавал в Тарханах, это музей Лермонтова, был у нас такой знаменитый искусствовед, и он работал в музее Пахомов, который был автором этой экспозиции, но это как бы было начало. А вот в мое время уже появилось очень много музеев. И мне пришлось с очень многими общаться совершенно впрямую. Во-первых, так случилось, что еще в начале своей работы, это были одни из первых моих выставок, я занималась Гайдаром. И Гайдаром занималась еще со школьниками, потому что в 60-е и 70-е годы было так называемое уже не тимуровское, а гайдаровское движение. То есть учителя шли к Гайдару через книгу, от него к другим книгам, и дети делали даже многое то, что делали тимуровцы, как бы помогали, но шире, глубже и изучая литературу гораздо шире. Угу. И литературный музей в этом движении тоже очень сильно участвовал, поскольку у нас постоянно, каждый год собирались гайдаровские слеты, это приезжали со всех концов России вообще, из Краснодарского края, и откуда только, московские дети и самые-самые разные дети. Это было очень, очень серьезное, хорошее движение. Именно вот гайдаровские музеи, это было то, что мы, пожалуй, вот в 60-е
90-е годы первые стали создавать. Потому что музей наш литературный был причастен к созданию Гайдаровского музея в Арзамасе, во Льгове и не больше, не меньше, как в Каневе, где мы явились авторами. И другие музеи, может быть, вы назвали, да. Тарханы, Гайдаровские музеи. Но я со всех сторон слышу, я сравнительно недавно в музее, еще нет 4 лет, но я слышу то и дело, что мы создали и тот музей, и этот, и этот, и этот. Это такая гребница всех музеев. Я поставила себе вообще в этом году задачу с вашей подачи, начала выполнять ее сейчас, составлять вот список созданных мной. Вот мне очень хочется его иметь. Ну, да. И я должна сказать, что вот как раз в 80-е годы Государственный литературный музей причастен впрямую к созданию музея Фадеева в Чугуевке на Дальнем Востоке, к музею Чехова на Сахалине в Александровске-Сахалинском, к музею в Саратове Константина Федина, который начинался как бы с мемориального музея, но сейчас уже, двигаясь дальше, давно перешел к широкому литературному музею. Одно из самых крупных деяний литературного музея – это было участие в создании музея-заповедника Шолохова. Потому что в 1984 году умирает Михаил Александрович Шолохов, очень быстро появляется приказ о создании музеев, и Наталья Владимировна Шахалова, директор тогда литературного музея, сразу участвует и в организации, так сказать, той работы, которая даст возможность создать этот музей, и в разработке положения об этом музее, и организует целую группу из сотрудников литературного музея, которые должны участвовать в этой работе. В частности, Александра Андреевна Ширяева, которая была автором тематики экспозиционного плана их первой литературной экспозиции. Туда входила и Галя Великовская, и ныне работающая в музее Галина Викторовна, в методическом отделе, и Наталья Александровна Виноградова, которая уже ушла. Ширяева, к сожалению, просто ушла из жизни. Впоследствии она была заведующей рукописным отделом, замечательным совершенно. И вот мы целой бригадой выехали туда, и я была как руководитель вот научной группы. Мне бы хотелось еще затронуть другую тему, переходя к следующему блоку. Вот совсем недавно мы с вами вернулись из Уфы, где проходила 32-я сессия семинара директоров литературных музеев России имени Натальи Владимировны Шахаловой. И вот, может быть, вы тоже расскажете не только об этом событии, которое было совсем недавно, но и о том, как это все начиналось. Это такой проект, достойный всяческого почтения, ему 4-е десятилетие. Что это? Как это придумывалось? Уже к этому времени Наталья Владимировна и под ее руководством создала целую созвездие музеев внутри нашей формации, да, Государственного литературного музея, мы очень расширились. И однажды просто она пришла от заместителя министра, который был в то время Александр Иванович Шкурко, и пришла с такой идеей. Шкурко ей предложил: Наталья Владимировна, возьмите ведущих директоров, поезжайте с ними в один из загородных музеев, находящихся на природе, немножко вздохните и подумайте о самых разных серьезных проблемах для литературных музеев России. В это время создавался музей в Щелоково. Он переходил из театрального ведомства, да, СТД, он подчинялся, он переходил в Министерство культуры, и у них создавалась новая экспозиция. И вот первый семинар мы там и провели. Это музей-заповедник Александра Николаевича Островского. Так что мы решали проблемы их перехода, проблемы их дальнейшего развития, их создания новой экспозиции. И всем это показалось страшно интересным. Потому что директора увидели, что вот этот семинар, который еще даже не назывался, как он сегодня называется, творческий проблемный семинар директоров литературных музеев России, он
вот это общение дало им возможность и профессионального, и собственного обучения, и передачи своих знаний, и дружеского общения, и с этого все началось. Угу. И стал семинар проводиться каждый год, и проводится до сих пор. В каких местах, может быть, вы нам напомните? Перечислить все, у нас более... Около 50 вообще музеев мы посетили, потому что всегда выбирается такой музей, который наиболее остро может решить сегодняшнюю самую какую-то насущную проблему жизни литературных музеев. Это может быть, с одной стороны, новое решение, либо, наоборот, какие-то проблемы, которые музей сам трудно решает, и просит сообщество помочь им решить эти проблемы. И поэтому мы были, если брать на восток, то в Шукшинском музее в Алтайском крае. В Тростках. Начиная, если брать на запад, то это Калининград. Причем это было удивительно, поскольку впервые мы проводили семинар на базе музея нелитературного. И здесь появилась еще одна проблема. Соотношение литературных музеев с музеями другого профиля. Но это был музей Мирового океана, а литература и да. море. Это Причем такая к этому важная семинару тема. Литературный музей сделал выставку, которая называется «Морской роман». Очень была хорошая выставка. А если брать на север, то, в общем, это Великий Новгород, Петербург, на севере, а на юге это Дагестан, Лермонтовский заповедник в Пятигорске, в общем, а внутри... Несколько раз мы проводили семинар в музее Шолохова, когда у них очередная проблема насущная решалась. В музее Есенина дважды проводили в Константиново. В Саратове проводили семинар. Ну, в Пензе, у которых целый комплекс музеев, и в том числе и Тархана. Так что перечислить все очень... Ну, в Самаре, Оренбурге, в Уфе, это уже последние годы. Это своего рода музейная география. Это такая замечательная практика взаимного посещения музеев и знакомства с плодами труда. Вот последние годы у нас такая оксаковская тема на повестке дня, потому что уже два раза мы проводили наш семинар в оксаковских местах. В прошлом году это было в Оренбурге, а в этом году совсем недавно в Уфе. Мне бы еще что хотелось сказать, что сегодня вот все те традиции, которые заложены в этом семинаре, они очень бережно сохраняются. И это прекрасно. Но сама проблематика семинара, она сегодня стала шире, я бы сказала. Она стала глобальнее даже, можно так сказать. И это получается очень интересное такое совмещение действительно серьезных теоретических проблем с проблемами музейными, практическими и экспозиционными, реставрационными и прочее. Не могу не сказать, что заключительное заседание вели вы, Елена Дмитриевна, и это было искрометно, замечательно, как будто только вчера мы впервые увидели друг друга. Так это было энергично и здорово. Что касается оксаковской темы, то я думаю, что стоит еще раз ее подчеркнуть, потому что из писателей, я не люблю этого слова, но условного второго ряда, может быть, семья Аксаковых наиболее обделенное вниманием нашим культуре. И, конечно, стоит приложить силы для того, чтобы это замечательное семейство получило то, что ему следует по масштабам сделанного и по масштабам созданного Иваном Сергеевичем и Константином Сергеевичем и, конечно, Сергеем Тимофеевичем, главой семейства. Хорошо, Елена Дмитриевна, давайте о культурном впечатлении кратко скажем, что вы здесь можете сказать? Самое сильное, самое близкое впечатление – это было вчерашнее впечатление от просмотра итогов конкурса Чайковского. Вчера ночью. Замечательно. Расскажите. Я не назову фамилии. По-моему, самого главного мальчика, удивительно такого какого-то тонкого нестеровского, который получил первую премию, российский мальчик, да, его показывали, я не
прослушала, может быть, а может быть, и не говорили, откуда он родом, но откуда-то, где есть и горы, и камни, и большие реки, то есть из Сибири, очевидно. Вот. Но удивительно тонкий мальчик. Вообще, ребята там и из Франции, и китайский пианист, они настолько были трогательны и замечательные, и такие разные. Китайский пианист, он сказал, что он... Ему ночами часто снятся какие-то удивительно художественные сны, иногда радостные, иногда горькие. Но потом эти сны, он понимает, что это открытие его собственного мира. И он старается вот этот мир привнести потом в музыке, отдать людям. Как это все здорово. Неспроста многие люди считают, и я из их числа, что вообще самая лучшая публика, самый лучший народ – это посетители консерваторских концертов. Приятно, что не только те традиции, которые блюдутся в стенах Государственного литературного музея, продолжают жить, но и продолжает жить эта великая традиция Чайковского и конкурсов его имени. Очень здорово, что, несмотря на то, что это разные искусства, все переплетено, мы продолжаем жить рядом. Один из наших домов – это дом Ильи Семеновича Остроухова, друга Петра Ильича Чайковского, который жил буквально через улицу, через улицу Поварскую. Все совсем связано, и музейная жизнь как раз составляет непременную основу сохранения культуры. Большое спасибо, Елена Дмитриевна, что мы сегодня смогли с вами поговорить. Для нас это большая радость. Я надеюсь, вы еще не один раз придете в нашу студию. Большое спасибо. Спасибо, Дмитрий Петрович.